Добро пожаловать на Ледяной остров. Здесь так холодно, что мои активы все заморожены. Нам нужно найти путь с тобой отсюда, к берегу. Стреляй в воду из своего трэш-бластера в эти красные коробки, чтобы сформировать ледяные платформы, которые позволят тебе перепрыгнуть через это. Ух ты! Новые штуки прикольные! Ах да, приветище! Мы продолжаем наше удивительное путешествие по островам и спасать их от мусора. Что ж, давай попробуем пострелять по этим кубикам красным. А, сперва нужно набрать воды. Конечно же, из чего мы будем формировать ледяные блоки? Так, водичка есть. Переключаем наш трэш-бластер. Ух ты! Отличная работа, продолжай в том же духе. Спасибо тебе, попугай. Киви. Ништяк. Вот мы перебрались. О, здесь капец как грязно. Все воняет. Начнем, наверное, тогда с пластика. Кстати, здесь очень сильно чувствуется новогоднее настроение. Наверное, из-за того, что тут елки, снег и все такое. А тут вот есть еще, походу, белый медведь. Но туда я залезть не могу, потому что скатываюсь. Смотри, какая ледяная горка. Опа, давай запрыгнем. Нет, скатываюсь. Не могу туда залезть. Хорошо. Хорошо. Продолжаем сбор пластика. Но пока я собираю пластик, не забудь спуститься вниз, поставить свой царский лайк и подписаться на канал, если ты еще не подписан. Я вот сейчас бегаю здесь, убираю пластик и думаю, а как же мне отмывать вот эти вот все растения и мои банкоматы и налоговые автоматы ледяной водой? Если я буду в них стрелять ледяной водой, то они же застынут и превратятся в ледяной куб. В принципе, что и стало с моим пистолетом, смотри. О, Пигби, здорово. Кажется, что арктические условия замораживают ваш трэш-бластер. Ну да, похоже на то. К счастью для вас, бластер можно апгрейдить. И прямо сейчас в мой магазин прибыл апгрейд. Бегом в мой магазин и попробуйте мой водонагреватель. Ух ты, нифига себе, давай проверим, конечно, Пигби. Где этот водонагреватель? Вот они, апгрейд, наконец-то они разблокировались. Сейчас туда залезем. Вот он. Water Heater, то есть водонагреватель. Значит, мы его покупаем. Сорян бы, братиш, но ты не можешь купить апгрейд. Возвращайся, когда у тебя будет больше бабла. В смысле, у меня нет денег? Эй, чувачок, разве ты не знал, что ты можешь взять в банке кредит, который позволит вам купить ваш апгрейд для бластера? Вот же ж, блин, еще и в кредит влазит. Подожди, я же кучу денег накопил на песчаном острове. Какой нафиг кредит? Походу, без него никак. Так, банк считал мой Face ID. Иногда вам может понадобиться занять деньги, чтобы сделать большую покупку. Но водонагреватель — это не такая большая покупка, между прочим. Вы можете подать заявку в банк, чтобы одолжить 50 монет для улучшения вашего трэш-бластера. Вы должны вернуть этот кредит, выплачивая немного денег каждый месяц до полного погашения. Вы всегда должны платить больше, чем вы одолжили. Это дополнительные деньги, которые вы платите обратно. Называется займовым интересом. Ну то есть процент. Они же должны с меня поиметь какой-то процент, чтобы получить больше денег. Вот ваши условия кредитного предложения. Нам нужно проверить некоторые детали. И вы сможете получить решение о кредите в ближайшее время. А, то есть мне еще и кредит могут не одобрить. Вот этот поворот. Превосходно. Ваша заявка по кредиту сейчас обрабатывается. Вы получите решение в ближайшее время. Я-то думал, я сейчас деньги возьму, а нет. То есть я плачу налоги, да? Ух ты. У нее там что, икра, что ли, в сумке? Ты кто такой? Смотри, какой зуб золотой. Я бы не стал беспокоиться об этом банке. Много форм и документов. Почему ты не сказал ни слова своему старому другу, Чомпер, о своей денежной ситуации? Я одолжу деньги многим людям с вашей ситуацией. Может, поговоришь со мной? Мы можем что-нибудь придумать. Блин, ладно. Я думаю, что ситуация с банком меня не очень устраивает, пока не одобрят этот кредит. Где эта акула? Акула, ты где? А, вот он. О, какой ты здоровенный. Блин, ну у него тут реально в сумке, смотри. Какие-то шарики со звездочками. Похоже на икринки. Ладно, давай поболтаем с акулой. Здорово тебе. Приятно познакомиться с тобой, чувачок. Меня зовут Чомпер. Чомпер Голд. Я ростовщик. Мы, заемные акулы, очень особенные. Мы можем предложить тебе кредит,
как это делает банк, но без всяких недостатков. Интересно, что ты имеешь в виду под недостатками? Вы можете взять деньги, а затем вернуть их, когда захотите, и без каких-то чертовых процентов. О, вот это интересненько. Платите за то, что вам нравится, и когда вам нравится. Вы контролируете все. Я могу предложить тебе разовую сделку в 50 золотых дублонов, без вопроса вообще. Так что ты скажешь, приятель? Блин, ну... Давай, наверное, попробуем, что нет-то. Деваться мне некуда. Ты сделал правильный выбор. Старый Чомптер здесь будет рядом, чтобы взять любой кредит... Чтобы взять любой кредит на любые выплаты. Так что не волнуйся об этом. Опа. Он дал нам 50 золотых и исчез. Банк не одобрил мне кредит. Вот это поворот. Так, Пигби, а ты-то что прибежал? Привет! Ну что, похоже, ты можешь позволить себе новое обновление. Давай же купим его прямо сейчас. Вот это свинья, а. Как он быстро-то все отреагировал на это. То, что у меня деньги появились, да? Пронюхал все. Так, ладненько. Покупаем, значит, апгрейд. Он стоил ровно 50 монет, которые мне одолжила акула. Так что покупаем. Ништяк, сейчас посылочка к нам прилетит. Здорово. О, да, как же долго я ждал этот обогреватель. А то, блин, со своим замерзшим стволом, точнее, трэш-бластером. Ух ты, он у меня теперь золотой. Или это он... А, нет, это он просто нагрелся так. О, а здесь еще одна горочка, смотри, есть. Короче, акула теперь трется возле банкомата. По всей видимости, мне придется ей деньги отдавать, да? А не банкомату. Я так и знал, что все не так-то просто будет. Да, он вон стоит и ждет свои 50 монет. Ладно, я думаю, что мы решим этот вопрос в ближайшее время. А сейчас у меня заполнен трэш-бластер. Нужно найти приемник мусора. Где он тут? Во-во-во-во, вот он. А вот это что за желтая штука? Так, попробуем сейчас все отмыть. Посмотрим, что это за штука такая. Она для... раздельный мусор у нас теперь, да? Так, я не понял, кто тут? Опачки! Мои грязнюки повылазили. Да сколько ж вас тут? Огромное количество. Что-то я промазиваю. Получай. Все? Их было трое? Да, их было трое. Получается, что у нас теперь здесь раздельный сбор мусора. Алюминиевые банки в желтый мусоросборник, а пластик в синий. Хорошо. Так. Весь пластик я скинул, монеточки обязательно собираем. И теперь алюминиевые банки сюда. Ништяк. Мне деньги нужны, слышно, логовик, дай-ка мне монетку. Засранец. Ладно. Воу, ты набрал 100 налоговых монет. Это действительно поможет сохранить этот остров, чтобы он был красивым и чистым. Спасибо тебе. Ну, хоть какая-то благодарность. Так, что мы мутим дальше с тобой? А, ну да, собираем алюминиевые банки и пластик, чтобы сдать потом это все за деньги и расплатиться с кредитом. Похоже на какую-то бомжатскую схему, вот серьезно. Ходишь такой, как по мусорке, собираешь баночки, чтобы получить какие-то копейки. Блин, у меня трэш-приемник для алюминия забит. Черт возьми, сейчас и пластик забьется. О, да. Жизнь становится сложнее. Кстати, яйцо есть? Погоди-ка, у киви тут тоже яйца? И там яйцо. Вот же ж, блин, он и тут все просрал. Господи, сколько с ним мороки. Так, что мне... О, прикольно. Смотри, как по льду катаюсь. Сейчас надо разбежаться. Угу! Крутотенечка. О, а там вон ключ болтается. Но туда я не пролезу. Мне нужен тут слон, чтобы разбить вот эту глыбу камней и залезть туда. Угу. Интересно, а вот эту статую я смогу разморозить, как ты думаешь? У меня же теперь кипяток в бластере. Не, нифига, не смогу. Ну вот, оп! Скатился в воду. Вот это подставочка, а? Короче, по краям лучше не ходить, очень скользко здесь. В общем, что мне нужно? Мне нужно сейчас найти налоговый автомат. Где он тут есть-то? Он тут вообще есть? Налоговый автомат. А, вон он. Вот он, налоговый автомат. Ты мне нужен, чтобы я смог отправить в космос трэш-автоматы. Так. Поскольку инвентарь у меня весь забит, мне нужно вначале отдать деньги акуле.
Акула, держи. Куда тебе деньги запульнуть? В твой карман? Вот так вот. Как-то деньги он не хочет принимать. Хорошо. А, в рот ему, что ли? Подожди. Когда я хочу скинуть деньги в банкомат, акула открывает рот. Ладно. Смотри, как хитро. О, да, прости. Я блокирую автомат, пока ты не выплатишь кредит. Так, мне осталось ему 38 монет отдать. Ну хорошо, ладно. Берем, значит, налоговую монетку. И сейчас... А я, может, еще возьму? У меня тут 3 налоговых монетки. Мне же нужно еще другой автомат. Теперь у меня же их 2. Мне 2 автомата надо запускать в космос. Так. Ну давайте. Чертята, летите. Очищайтесь. А я пока пособираю мусор. Ой, какая красота. Какие тут классные кристаллы. Тут у нас что за деревце? Давай отмоем. Кстати, по всей видимости, здесь что-то было посажено. Потому что это земля. Оу. Какие-то ледяные фрукты. Что это такое? Давай посмотрим. Сноугем. А, ледяной камень. И кто же такое ест? Ну ладно, давай теперь это дерево отмоем. Там какие-то тоже ледяные фруктики на нем. Скорее всего, ледяные кокосы. К нам, кажется, кто-то прибежал. Ух ты, какие крабы, смотри. Арктические крабы. Но не стоит отвлекаться, потому что к нам прилетели еще злыдни. Где они? Где они? Я их не вижу. Вот, повылазили. Чертяки. На, я тебя сейчас всех расстреляю. Какой я меткий-то, блин. Еще двое. Один здесь. Промахнулся. Так, еще один. Еще один, один. Вот. Вот так вот. Ништяк. Всех, по-моему, расстрелял. Грязнюки не пройдут. Сейчас вот это болото очистим. Все у нас будет по красоте. Обожаю очищать пруды. Ух ты, рыбки, смотри, там прыгают. Круто. Причем не простые рыбки, а золотые. А это у нас похоже на какую-то елочку. Ну, не совсем елочку, но, по крайней мере, похоже чем-то. Сейчас оно вырастет и... К нам прибежал кто-то. Пингвины! Ух ты! Прикольно. Теперь у нас есть пингвины. Надо их только откормить. Так, пингвинчики, вы, наверное, едите вот эти цветочки, да? Сейчас я парочку соберу для вас. По-моему, это креветки, да, это креветки. Пингвинчик, иди сюда. Держи еды. Ты же любишь креветки, да? Ага, клюет их, ништяк. Наедайся. Так, ну все, получается, что здесь я все отмыл. У нас тут все по красоте. Остается только откормить пингвина и крабов. А, нет, смотри-ка, не все отмыл. Пингвинчик мне показал, где еще нужно очистку произвести. Так. Все, кто это к нам бежит? Бизон! Обалдеть, какой он здоровенный. Но к нам, кажется, кто-то сейчас прилетит. Грязнюк какой-то летит. И не один. Грязнюки, ёкарный. Ух ты ж, ядрен батон. Мега-грязнюк здесь. Сейчас мы его запуляем горяченькой водичкой. Он загрязнил, кстати, дерево одно. Вот и сранец. Так, монетку отдай. Фух, чуть монетку не спер. Вот это я, конечно, не уследил, так не уследил. Ничего ж себе, теперь и мега-грязнюки еще вылазят, да, вместе с этими мелкашами. Надо быть настороже. Пингвинчик у нас тут отъелся один. 20 монет я с него получу, круто. Круто-круто. Пойду-ка я, наверное, отдам денежки нашей акуле. У меня 30 монет. Это, конечно, недостаточно. Мне нужно будет еще 8 монеток заработать. 8 монет осталось ему. О, вы очень щедры. В смысле? Я тебе просто денег должен. Интересно, а что бизон ест? Наверное, вот эти ягоды, да? Ледяные. Ледяные гемы. Бизончики, сейчас я вас откормлю. Еще один пингвинчик у нас набил пузо. Бизончик. Открывай рот. Вот тебе. Интересно, насколько он пухлым станет? Фига себе, он как поедает их. Ого, здоровячок. А это все тебе. Очищаем, значит, бизончика. 40 монет. И бизон влюбился в меня. Блин, теперь этот здоровяк будет за мной ходить. Какой у тебя розовый носик. А ты милаш. Так, еще один. Вот он у нас. Пингвинчик. Монеточки собираем.
У меня 54 монеты, это означает, что я сейчас расплачусь с акулой. Наконец-то. Надеюсь, что акула ничего больше не придумает. Отдаю последние деньги ему. Ай, да, я совсем забыл о том, что у тебя еще проценты накапали по кредиту. Ничто не бесплатно в нашем мире. Я просто в восторге. Ты почти выплатил кредит. Блин. Так и знал, что так и произойдет. Короче, не стоит с ростовщиками связываться. Что в реальной жизни, что в игре. Капец. Короче, акула все деньги с меня заберет. Вот так-то. Лучше бы я в банк обратился. Все, я отдал все ему деньги. Он счастлив и убежал. Теперь банкомат у меня разблокирован. И я могу заработать денег для себя. Последний крабик у нас остался с набитым пузом. Сейчас мы его высвободим. Ура! Эту часть острова я очистил. Ну что, чешем дальше? Что Бизон хочет сделать? Куда он побежал? Ох ты, нифига себе. Ну, спасибо тебе. Надеюсь, ты не сильно ударился головой. Так, ну прежде чем мы туда пойдем, у нас тут есть еще лазейки. Давай-ка мы сейчас сюда попробуем залезть. Оп. И собрать яйца. Я потерял свои яйца на этом острове. Почему-то я даже не удивлен. Посмотри, сможешь ли ты их найти. Да, конечно, смогу. Как на прошлом острове. Все сделаю, все будет по красоте. Нам осталось еще вот это яичко. Сейчас мы туда залезем. Опа. Ништяк. А, вон еще туда можем слазить, смотри-ка. Что у нас тут? Тоже яичко. Ага. О. Другая часть острова. Смотри-ка, здесь, по всей видимости, нам нужно будет мост строить. Ну что, со спокойной душой я вкидываю сюда 20 монет. Вы хотите купить новую область, чтобы исследовать ее? Ну, конечно же, конечно же. Отличный бизнес для вас. Ну, а я полетел. Давай, убирайся отсюда. Ох, сколько нам здесь предстоит всего. А вон там какая-то новая машина, смотри, здоровая стоит. А тут мост, который мы видели вон оттуда. И строить я могу его с другой стороны. Скорее всего, мне нужно будет пробраться наверх, вон туда, сделать ледяной мостик, вот так вот пробежать, и, короче, вон там вот я смогу очистить строительное оборудование. Ну, все понятно. Все ясно, все понятно. Что ж, начинаем снова с уборочки. А что, если я попробую алюминиевые банки закинуть сюда, в пластиковый приемник? Не, нифига, так не сработает. Понятно. Система от дурака, как говорится. Ой-ой-ой-ой-ой, грязнюки вылазят. Блинский. Не дают мне спокойно убираться, а? Так ему нравится грязь. Ага, промахнулся наконец-то. Я увернулся от его грязной пули. Кстати, интересно, сколько стоят вот эти ледяные гемы, если я их продам свинке? Давай-ка сейчас мы их продадим. Посмотрим, сколько денег он нам даст. Ух ты. Ну, в принципе, так же, как и со всеми другими фруктами. А вот и семена. Быстрее сюда. Я собрал их. Я думал вначале, что он пустую коробку привез. Садим сюда. И вон тут. А, блин, сюда другие семена нужны были. Вот я чукча. Ладно, польем пока это дерево. Посмотрим, что из него вырастет. Как это дерево будет выглядеть. Но пока оно растет, мы закажем следующую семечку. Вот эту вот. А, денег у меня нет. Так, кажется, сейчас мы перейдем к продаже фруктов. Ух ты, какое интересное дерево, смотри. Прям любопытно, что же из него вырастет. Ого. Рожковое мороженое какое-то. Ничего себе. Кто это к нам прибежит? Еще один пингвин. Только он прям какой-то интеллигент, слушай. Он съест целиком. Нифига себе, как тебе влез такой кусок мороженого? Посмотри, у него какие-то другие монеты. Типа китайский йен, что ли, или что это такое? А в отличие от других банковских банкнот, императорский пингвин производит йену во время еды. Йена – это официальная валюта Японии. Ух ты, нифига себе, то есть это японский пингвин? Тебе понадобится обменный механизм для обмена йен-монет на золотые дублоны. Ух ты как. И где этот обменник? А, вон он. Я-то думал, что это за механизм там стоит. Это обменник. Все ясно.
какой он чудный. Кажется, что-то застряло в моем слоте. Если ты меня накормишь, Яна, это должно вытолкнуть мусор, который во мне. Ну, все понятно. Ладненько. Значит, оп, блин, опять в воду упал. Нельзя задом ходить по этому острову, нельзя. Второй раз уже столкнулся с этим. Хорошо, нам нужно откормить имперского пингвина. Он любит мороженое, как мы с тобой поняли. Кстати, а что, если я мороженку эту продам? Где? Нет, ладно, не буду продавать. На, кушай. Блин, обалдеть, вот он обжора. Все, ты набился, что ли? А, он какнул. Ладно, вот тебе еще мороженка. Ну, а пока у нас растет мороженое, нам нужно набрать фруктиков и вообще все, что растет на деревьях, чтобы продать это свинье. Чтобы набрать немного денег для... О, яйцо. Давай заберем. Чтобы набрать немного денег для семян. Кстати, как ты думаешь, а какашку мы сможем продать свинье? Сейчас мы это попробуем. Так, значит, получай свои фруктики. Сколько монет ты мне уже дал? А, это монет не мне. Спасибо. У меня 11 монет маловато будет. Надо будет еще продать фруктов. Блин, пока тут бегал, кокуля исчезла. Ну вот. А, вон, катится. Сейчас я соберу. Вон, там еще одна катится. Даже любопытно, ну-ка, свинья, скажи мне. Попсы ты принимаешь, нет? Нет, попса он не принимает. Ну ладно, тогда чушь. Еще вот эти цветочки сорвем. Все, наконец-то я набрал 15 монет. Это означает, что я могу сейчас заказать себе последнее семечко. Семечко, где же это у нас? Айскамбер плент. Ну вот его и покупаем. Окей. Что такое? Почему я не могу его купить? У меня 15 монет было. Все. Вот оно, наше долгожданное семечко. Там, кстати, вон яйцо, я вижу. Но пока его собрать я не могу. Как думаешь, наш имперский пингвин объелся уже мороженого? Где он? Пингвин, ты куда делся? Куда делся пингвин? Мой золотой пингвин. Вот он, ходит здесь. Ну а пока он бродит, ходит, мы садим семечко. И нужно полить это все водичкой. Поливаем. Посмотрим, что вырастет здесь. Ну а пока все там растет, мы покормим имперского пингвина мороженым. Держи мороженку. Мне кажется, это последняя порция, и ты сейчас бомбанешь. Бомбанул не тем местом, ладно, держи еще одну. Что такое? Кто к нам пришел? Морж! Ох ты ж, ёкарный! Какой он классный. У него копилка во рту, ты видел? Так, сейчас у нас будет йена. Гони йены. Ништяк, 10 йенов. И имперский пингвин в нас влюбился. Так, надо от него бежать, он безумен. Это безумный пингвин. Морж. Вот что выросло, кстати, на этом дереве. Это еда моржа. У нас есть 10 йен, но чтобы туда попасть, нам нужно вначале открыть вот эти врата. Ключик. Ключик нам, скорее всего, даст морж. Или не морж. Сейчас мы это узнаем. Так, морж, кушай свою еду. Я ему даже прям в рот закинул. Оу, удачно я успел пробежать под хвостом. Иначе бы его кокуля оказалась у меня на голове. Вот я вам притащил еду, пожалуйста. У вас прям all inclusive. Отель 5 звезд. Кушайте сколько хотите. Что ты на меня смотришь? У меня больше нет. А, нет, вот выросло сейчас. Сейчас подождите, господин морж. Я вас накормлю. Стойте, подождите. Вот еще возьмите. Ух ты, а у него тоже йены получается. Ну ладно, это хорошо. Какой у него окрас забавный. Ты видал, как он колобком умеет кататься? Забавно. Освобождаем этого крабика. Тут обычные монеты. Так, морж, ты главное не затави никого, когда катаешься. Клуб, да что ж такое-то? Опять в воду бахнулся. Морж, что ты меня не спас? Ладно, что нам нужно сделать сейчас? Еще откормить крабика и все. А он как раз отъелся. Есть! Эта часть острова очищена. И нам сейчас должны помочь зверьки. Морж! Вот ты для чего был предназначен, да? Смотри-ка, морж поможет вам перейти на другую сторону. Моржау! Моржею, я бегу! Так, наверное, прыгать лучше отсюда.
Берем разгончик. Опа. Ууу, нифига себе, вот это прыжок. У тебя резиновый пузо, я прям... Блин, как же тебя раздуло, дружище, что ж ты такое съел? А, это, кстати, другой морж. Наш морж вон он бегает. Ладно. В общем, нам нужно очистить вот этот механизм. Какие у тебя зубы? Какой-то сумасшедший механизм, если честно. Так. А, мусор надо еще убрать рядышком с ним. Все, мусор рядом с ним я убрал, теперь можно его отмывать. Вот так вот. Красавчик. Я обменный автомат. Я меняю разные валюты на золотые дублоны. Значение каждой валюты может меняться то вверх, то вниз. Это называется рыночной стоимостью. Рекомендуется подождать, пока вы не сможете получить лучшую цену за свою выплату, прежде чем произвести обмен. Ну, короче, это типа курс валют. Нужно подождать, когда валюта вырастет, и ты обменяешь на лучшую цену. Стреляй монеты иены в мой слот, и я превращу их в золотые дублоны. Ага, хорошо. Итак, вот он курс. Курс валют мы видим. Ох, как он быстро меняется-то. Иены сейчас наверху, значит, мы можем поменять иены на дублоны. Скидываем. Дождались, как говорится, лучшей цены и получили много бабла. Здорово. Правда, все бабки мне не вмещаются в мой бластер. Отлично! Ты обменял японскую йен в дублоны. Убедись в том, что ты внимательно следил за курсом, чтобы получить лучший курс для своих монет. Ну, вроде бы я следил как надо. Ух ты, он еще и ключ нам дал. Здорово. Значит, собираем деньги. Блин, у меня все битком. Возвращаемся к нашему банкоматику. Монеточки, монеточки и золотой ключик. Есть, я его собрал. Так, ну все, остается только здесь все зачистить. Построить мост, только зачем его строить, если у меня тут есть морж? Странно вот это вот, конечно. Ну да ладно, сейчас разберемся. Наверное, неспроста же его тут построить нужно. Ух ты, смотри-ка, там у нас яичко. Надо туда взобраться. Сможем ли мы тут подняться? Сможем! Прибежал, короче, к свинье с мороженым. Хочу продать его. Смотри, сколько. Ну, короче, все так же, как и все остальные фрукты. Ясно. Берем налоговый токен. Я забыл, правда, сколько нужно для моста. А, здесь 10 монет всего нужно было. Потому что мост не такой длинный, как в прошлый раз. Ну, ладно. Закидываем сюда токены. Все, мост построен. Шикарно. Теперь можно спокойненько бегать здесь. Моржа можно отпустить. Так, что, остров я весь очистил? Вроде бы как... Да. Ладненько, давай откроем вот эти дверцы. Ох. Я думал, что открою эти дверцы и полезу наверх. Но нифига, не тут-то было. Эй, Пионавт, в моем магазине для трэш-бластера доступны новые апгрейды. Хорошо, сейчас полезу. Недавно только как раз смотрел их. Ничего у тебя там не было. Ух ты, экстраватор. То есть больше воды теперь вмещается. Ну, здорово, покупаем. Давай, 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 посылочку мою. С апгрейдами. Ништяк. Теперь наш трэш-бластер намного круче. Ну и, конечно же, нам нужно убирать здесь мусор. Снова мусор. Снова грязь. Предстоит нам отодравить здесь все. Вон еще яйцо, смотри. Пойдем за яйцом сбегаем. И думаю, что на сегодня это будет все. Что-то я замотался с уборками. Это тоже отнимает силы. Яичко. Опа! Ну что, на сегодня это все. В следующей серии нам предстоит пролезть вон там вот, поверху. И может мы там кого-нибудь встретим, например, слона. Или кого-нибудь другого. Или белого медведя даже. Вот. Но об этом ты узнаешь в следующей серии. Если тебе нравится эта игра, то с тебя лайк. Подписочка, если ты еще не подписан. И крутой комментарий под видео. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео.